my blood pump faster. It make the rain fall harder. It make the room spin round as I stand. Your baby water, and now my heart beats fast. So much for peacefulness. Утро. Насматриваюсь. А, ну ладно, доброе утро. Steps loud and strong, going to leave behind.
Дэн? Да. Возьми ключ от дома. Я перестелила тебе постель у комода. Ладно. Там, где две кровати. Мисс Нэш уехала. Ее отвезли. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Поэтому там я постараюсь освободить пару ящиков для твоих вещей. И... Ладно, мне много места не надо. Да, надеюсь, глупости творить не будешь. Я там мясо добыл в сидельных сумках, если надо. Хорошо. В общем, нам надо будет перепатковать лошадей. Это не срочно, но сделать нужно будет, поэтому... Ладно. И еще я тебе покажу одно место, нужно будет туда съездить. Понял. Угу. Ладно. Да какого хера она не залезает в седло нормально? Привет. Да, привет. Как чё ты? Мчишься? Что случилось? Ай, да нет. Периодически приглядываю. Да. Он вообще замечательный. Я рада, что тебе нравится. Ну, да и Нэнси тоже понравился. Нэнси? Фокстротер. Да. А, ты подарил все-таки? Ну да, я как бы... А по сути дела, у нее сейчас лошади-то нет, ей нужно. Вообще, честно сказать, то даже больше для себя я ту-ту взял тоже. На случай, если этого какой-нибудь конократ попытается свистнуть, чтобы у меня был. Ну да. Такой вопрос. Она... Ну, мне просто интересно, сколько будет стоить... Ну, я помнишь, говорил по поводу Накоты. Угу. А как еще называется? Она постоянно твердила, но я постоянно забываю эту породу. Есть Накота, а есть еще какие есть? Вот такие Мустанг, вот Пейнтхорс. Пейнтхорс. Нет? Пейнтхорс, возможно. А что еще какие есть? Которые Мустанг. Поменьше. Мустанг, Пейнтхорс и Накота и... Аполлуза невысокая. Аполлуза. Она хотела себе черную в какую-то белую крапинку. Такие вообще бывают, мастер? Такие бывают, но это редкость та еще. Поэтому она в цену тебе где-то Норфольского выйдет, наверное. Фокстротера, вернее. Долларов 60, в смысле 70? Нет, они меньше 100 не стоят. Недорогие, да. Но я не находила. Я сколько не ездила по конюшням, черную вообще не сыскать.
Если ей не срочно, я могу поискать. Ну, как, ну просто, если можешь, поищи, да, если будет, я... Да. Сейчас просто с деньгами, ну, не сильно много, я все растратился. Но... Ну, да. Как бы на будущее просто. Ну, смотри, так-то у нее крапинка белая достаточно приметная, она хоть и маленькая, тем не менее. Ну, я думаю, ей просто нравится, как, ну, как дамочкам нравятся какие-то украшения. Да, нет, просто она говорила, что хочет что-то такое неприметное, вот, поэтому ну, я говорю, что... Ну, это женщины, они сейчас хотят что-то неприметное, а завтра они хотят арабского этого себе, белого. О, нет, арабского я даже... Нет, это я просто... Ну, я поняла, да. Я поищу, я поузнаю, может, где-то и будет. Понял. Их даже вот в дикой это. Природе не сыскать в основном. Только так, или в конюшне, или выводить самому, пытаться. Кто-то Хадсон едет ко мне. Да, Хадсон. Еще по поводу... Ну, другой, ладно, это мы потом уже обсудим. Как я слышал, этот уехал из города. Как его... Помощник? Ну, как, да, я не помню, как его зовут, Шекельфорд. Да. Здравствуйте, мистер Хадсон. Да, доброго дня, миссис Лейчер, мистер Соул. Да. Секундочку, я сейчас с Растом договорю, подождите меня на крыльце. Тогда и... Ну, я к тому, что сейчас, как я понимаю, Живский офис вообще запустил. Ну, там вроде как остался один. Говорят, ну, даже не вот, один, а полтора. Ну и вот мы думаем уже писать маршалам по поводу выборов. Вы хотите баллотироваться? Слушайте, да пора уже как осесть и хватит. Неплохо. Уже заниматься. Да. Неплохо, там, да. Помогать. Ну, как бы и так помогаем, но помогать более на законных основаниях. Ну да, хороший вариант, да. Конечно. Ну это еще, я думаю, не знаю, сколько до этого, до этих выборов, но на случай, когда они будут, вы скажите, я был бы признателен, если бы как-то, да, намекнули вашим хорошо. Работникам. Я как понимаю, ну вы голосовать-то не сможете. Почему? Ну то женщина нет права голоса на выборах. Мы будем настаивать. Слушайте, да попробуйте. Я к этому отношусь так. Главное, чтобы в штанах обтягивающих не ходили некоторые. А так... Блядь. Я жуть как хочу штаны уже одеть. Ну, в общем-то... Да, хорошо, договорились. Вы мне сообщите просто, когда все это будет начинаться. А то какая-то каша непонятная... Потому что лучший человек, понимаете, который надежно и знает свое дело, вместо какого-то прихожего, который будет все это делать, выполнять ради каких-то непонятных взяток и, ну, понимаете, заработка как. Угу. Ради заработка. Тут больше не заработок. Угу. Вот так. Ладненько. Угу. Хорошо. Сообщите давайте. Мне. До встречи. Пойду, да, Хацну, что он от меня хочет. Миссис Лучер, да, у меня то ли беда, то ли праздник, сам еще не понял. Очень интересно. Так. Ага. Вам нужно утилизировать? Ну да. Замечательно. А... Вы сейчас сильно заняты? Да как вам сказать, вообще нет. Ну, вроде как не сильно. Вы сейчас хотите утилизировать? Ну, в планах было, да. Но если вы заняты, я могу подъехать потом. Да вы знаете, мы с Дэном тоже собирались как-то раз утилизировать. В честь хорошо проведенного аукциона. Угу. Поэтому, я думаю, нам пары не хватит. А, так это не проблема, я могу съездить в город.
Если можете, давайте. Или вы хотели как-то только со мной? Знаете, столько... Это мне все равно, на самом деле. Я могу позвать и мистера Соло. Это такой... Для близких, скажем так, людей. Мисс Нэш и меня, да. Ну, ладно, давайте. Можете эти бутылки оставить здесь, чтобы не плестись с ними. Да, было бы замечательно. Оставляйте на столе. Так. А вы что больше предпочитаете? Джин, бурбон, виски, бренди? Я, честно, еще не поняла, поэтому... Без разницы, видимо. Ну, давайте так, что вы любите больше, скажем так, головосносное или такое нейтральное? У меня еще и пиво есть. Ну, с головосносное мы уже сожгли кровать. Вот что? Да нет, в общем, без разницы. Без разницы. Понял, хорошо, без разницы, так без разницы. Скоро привезу. А сколько бутылок? Да я не знаю даже, сколько возьмете. А мистер Хьюз тоже будет? Так, а где мистер Хьюз? Его вроде здесь нет, но я знаю, что он у вас работает. Да, ну, он, наверное, уехал. Вряд ли будет. Угу. Угу. Так, ну... Ладно, а если я мистера Соула и Рика позову? Не против или против будете? А, ну... И все, понятно, не буду. Ну, да. Нет, так нет, я понял, все, хорошо. Нет, если, я так понимаю, у вас какой-то праздник. Да вы вот я отметить? Сам не понял. Ну, либо тогда, праздник, если либо... праздник, хорошо, давайте. Ну, а здесь есть, если что, еда есть, есть замечательный костер. В общем, короче, зовите. Сол, Рик, нормально, я с ними общаюсь, поэтому зовите. Угу. Ну, если нет, так нет, это, ну... Я говорю, все нормально, зовите. Все, хорошо, я позову. Да, и позову. Заодно, да, отметим хорошо проведенный аукцион. Главное, чтобы все хорошо прошло. Ага, а мистер Джонсон может приехать сюда? Джонсон, это кто? А, здоровяк, Джей Джей. Он еще на бретонской лошади ездит, тяговый. Нет? Вы знаете, я с ним не очень. Поэтому часто не будем, общалась. Я понял. Да, если можно, может, вы потом отдельно с ним там. Да, мы с ним и так уже не скоро печень, мне кажется, отвалится. Ну, в общем, просто тех, кого я знаю, это ладно. Лишний раз пытаюсь не притягивать сюда людей. Да, я понимаю, хорошо, хорошо. Ладно, миссис Лучер, тогда поеду. Да. Позову Растова, Рика. Да, хорошо. И куплю. Еды точно никакой не нужно. Я могу из салона привезти. О, нет, поверьте. Нормально, я заготовилась. А, хорошо. До скоро буду. Привет, Дэн. Да, хорошо. До встречи. До встречи. Нормально, алкопати будет.
Угу. Хорошо, да. Yeah.
Привет, привет. Ухаться на какое-то мероприятие, он хочет выпить. И? Сейчас позовет сюда Рика и... еще одного, это, так сказать, два охранника, которые приглядывают за моей фермой. Хочет отметить. Будешь участвовать? Да нет, я бы тогда в город съездил. В смысле, это не вопрос, ты мне обещал напиться. Но я не думал, что в компании. Этот Хадсон пальбу начал на аукционе. Мало ли что он сделает, когда выпьет. Я думаю, Рик и Раст не дадут своего вида. Ну, ладно. Тогда, если хочешь, после этого. Вдвоем. А вы знаете этого? Джет Ган. Как? Джет Ган. Джет Ган. Ну, я одного Гана знала, который работал здесь и помер. Ну, я помню, да. Но это же не он. Да вроде его звали по-другому имя. А что? Да, просто так. Хотел спросить кое-что. Ну, ладно. Мясо взяли? Я взяла у тебя жир там. Ладно. А мясо не надо? Ну, пока нет. Пусть будет. Нет, ну я это продам, а то испортился. Ну, пару штук можешь оставить, и остальное можешь продать. Ну, возьмите сверток там по 5 штук. Ты не будешь идти в дом? Кушать, может, хочешь? Просто если да, то как раз занесешь. Ладно. Thank you.
У вас все полки битком. У меня мясо есть. Ладно, тогда я в город. А, никогда приеду. Не знаю. Ладно, тогда дождусь, когда вернулся. Ладно. Че, ребят, я... Пойду себе чай сделаю. Yeah.
Блять, ну он сказал, что я переодеваюсь. Надо тогда реально переодеться. О. Ну да, мне тоже так кажется. Миссис Блетчер, мы привезли, да. Кого? А, ну да. Дэн, да. В общем, поедет, да, в город, он стесняется, так сказать. Стесняется? А чего стесняется? Мало. Видимо, мало знакомы со всеми, не знаю. Может, считают, что так как я ему даю работу, типа, неправильно. В общем, короче, не обращайте внимания. В общем, ему западло. Приедет и захочет выпить. Я ему предложила, но он как-то... Может, посчитал неправильно, не знаю. А где Раст? Он сейчас подъедет. Угу. Получается, думаю, на улице будем, да, чтобы вам особо там не мусорить. Ну, если что, можно потом и в дом перейти. У лошадей, наверное, в конюшню поставьте. Или как? А, можно, да? Да, замечательно, да, да. Как. Вот. На самом деле, сейчас перед ночью самое то будет засидеть.
Ой. Много разговаривать. А так. Что, это, может, его это? Послать, ну, просто и все. Мы пришли. Угу. Вижу. Ну, я здесь вынесла пирог, можно будет брать, если кто хочет. Ну и бутылки, которые вы принесли. Вот это да. Так мы еще больше принесли. Если хотите еще кушать, скажите. Спасибо. А вы что, с нами не будете? Ну, если я захочу кушать, мне себе не надо будет говорить. Не, ну, выпить. Ну, раз у вас праздник, выпью. Это замечательно. Немного, правда. Это плохо. Ну, ладно. Ну, что ж. В общем. Я хотел бы сказать... Такую, не знаю, то ли радоваться, то ли плакать. Весть. Я сделал мисс Нэш предложение. И она согласилась. Уже поздравляю. Уже... Да, так, сейчас. Ничего себе. А как же... Этот Рональд... Знаете, хотелось выразиться не очень прилично, ну ладно. Не надо. Все нормально, я думаю. Все нормально, я думаю. Ну, мистер Хадсон, я вас поздравляю. Как-никак, она все-таки дама. Даже, я бы сказала, прям леди. Вам нужно ее беречь. Конечно, конечно. И надеяться на то, что это будет легко, не нужно. Чтобы вы в первой ближайшей неделе семейной жизни не бросили, не опустили руки. А я когда-то опускал руки, миссис Не Лач? Знаю. Вспомните, сколько я брал дел, будучи законником. Да, ты был. А сейчас ты законник, я не понимаю, или нет? Нет. Я не поняла, вроде... так вы сложили просто полномочия свои или вас уволили? Меня заставили уволиться. Вынудили. А кто заставил? Ситуация. А у ситуации имя есть? Мисс Нэш. Нет. Мисс Нэш тут ни при чем. На самом деле там... Там все так очень все, ну,
все сложно, и я не могу вам рассказать это. Ну, ну там... в общем, не ладно. Да, слишком много взял дел, и тогда я работал один в офисе, да. И, в общем, остальные мои коллеги были этим недовольны. То, что я взял дел много, а они пришли, и им ничего не досталось. Меня разобрала агрессия, и я просто кинул все. Я все дела кинул в стенку, да, и ушел. А там как вообще в офисе, в Шиском, что там, есть вот какое-то дело, и там ты такой, все, я берусь за это дело, и все, значит, другой никто браться не может, или как? Ну, если на смене очень много помощников шерифа, то да, там закреплено за кем-то. Но если кому-то нужна помощь, то там человек говорит, закрепленный за этим делом, вот мне нужна эта помощь, и да. Я поэтому вас и звал, потому что мне некому было просить о помощи. А что, другие помощники что они делали? Они штаны, по сути дела, протирают. А что, они, кстати, не могли, да, это? Я как-то аж удивилась, что они обижались на вас, что вы дела разбирали. Ну, как бы да. Ну да ладно, это уже прошлое, в принципе. А это... Губернатор вообще что, работает вообще как-то, нет? Ни одного, ну ладно, хотя я это уже говорил, но ни одного законника в городе. Это нормально вообще? Это, по сути дела, могут ворваться в город, и вообще никто даже ничего не сделает. А гражданский долг о чем тебе говорит, Раст? Должен взять ружье и, черт возьми, защищать всех людей, всех дам, всех понятно, детей. Но... Да понятно, но это гражданские люди. Ну, не тогда... все у нас такие бойцы. Ну, видимо, у губернатора что-то случилось, либо ему занесли довольно большую сумму, поэтому он кое-что забил на город. Болт, да, гвоздь вбил на этот город. Да уж. Просто, когда я был временно исполняющим обязанности... Если губернатор не отвечал на мои письма, я ехал к нему лично и очень сильно с ним строго разговаривал. Чуть ли ему не бил морду на самом деле. Потому что, ну, серьезно, мы работаем в поте лица, а тут он не хочет выделять финансирование и тому подобное. Вот. Господи, какой сильный джин, однако, этот лондонский. Вот. И да. Ох, господи. А нынешние помощники шерифа не знают, где живет губернатор, чем он промышляет, да, и тому подобное. Все же, черт возьми, какая-то розовая пелена, как в книгах, и думают, что, о, сейчас напишем письмо, и все будет. Да нет. Все это не так. Надо ехать туда и разговаривать лично. Только лично. Что-то можно добиться. Да. Так может, как-нибудь заедем действительно в эту... мэрию, это вот вы обязательно с собой возьмите мистера Картера. Он очень обеспокоен ситуацией. Он ко мне подходил, говорил: миссис Флетчер, повлияйте, говорит, на ситуацию, вы же женщина. И я говорю, как мне встать и рыдать? Ну, я раскатала немножечко сценку перед помощником шерифа, который вот сдал свои полномочия. Как бы, да. А потом, когда я как поняла, он, по-моему, просил этого Грея, чтобы тот тоже влиял. Все-таки он там человек не с маленькой буквы, он должен повлиять. И потом мистер Картер сел на своего коня и ускакал Брейтвейтом. Угу. Поэтому я думаю, да, возьмите мистера Картера, он прям...
Да, мистер Картер, он... Ой, идиот. А что там вообще за потасовка была на аукционе-то? Из-за чего вообще сорбор? Вот, смотри. Раз, покажу прямо на себя. Я стою, курю. Да курю, ну, смотрю на прекрасных лошадей вместе с Флетчером. Да? И, ну, потом я все закончилось, и я, ну, начинал уходить. Вот. И, ну, я иду, и вот, ну, шагни на меня. И вот так вот, ну, задевает меня Картер, буквально специально. Ну, я ему говорю, аккуратней, можно? Я ухожу вот так вот. А он, знаешь, что говорит? А он на «ты» ко мне обращается. И я не помню, что он сказал. Ну, я разворачиваюсь. Я говорю, что ты там сказал? И на ему в морду! Ты чё? О, чёрт! А! Ты чё? Почти так и было, я... да? Да, потом там это... Я бутылку пива из-за тебя разлил. Ну ничего страшного, тут честь, этот сам, ну потом драку подхватил этот мексиканец, который приехал в город. Который яйца катает? Да. Яйца катает. Да, яйца подкатчик. Ага. Да. Вот, ну и вот, ну. Господи, раз как ты меня здесь больно зарядил, господи. Ну ты под этот. Под, как это говорится, под я градусом, это... так что не так сильно должен. Да ладно я себе, господи, так вот. О. О, еще жин остался. О! Так вот. Ну, там мексиканец подхватил это все, да, и ну. И он, ну. Начал на меня нападать. Там потом мистер Джей Джей... Вот, кстати, тут... мистер Джей Джей... А? Чёрта мистер Джей Джей на моего работника наставил оружие, который как бы обязан был держать там порядок. Я не знаю, миссис Флетчер, и мы, ну... Да. Очень извиняемся всем коллективам сауна. Ой, ну, поймите, что там была очень, ну, дуэль мексиканская. Понятно. Там, ну, без этого, ну, никак. Вы уж, ну, простите. Вы аккуратней, так сказать. Да, ну, мне конечно. Мне людей искать тяжело. Понимаю, миссис Эч. Но вы уж, да, простите. Ну, если что, я думаю, что мистер Джей Джей с радостью бы вам помог. Да. Потом, если бы потеряли вы... Естественно, вон сколько загонов в дерьма, обоссаться можно. Что можно обоссаться? Я говорю, если пусть приходит, здесь говна на всех хватит. Да. А в... Между прочим, так. Как кому не предложишь работу, никто с какашками возиться не хочет. Всем престижную работу подавай. За, я, ну, слушай, я спорить с вами не буду. Раз, я думал, ты меня сейчас уможешь. За какашки. Мистер Хадсон. Да. Там поговаривают, что мисс Нэш почти при смерти была. Что с ней? Неправда. Кстати, да, я слышал. Неправда. Нет, что-то... это неправда, это ложь. Опять слухи оказались просто слухами. Да, все я... было хорошо. Я просто знаю, что она немножечко приболела. Вот, и Рон там над ней порхал, как... Бабочка изжарила, как пчела, всех вокруг. Я знаю, да. Чё вообще Рон, как он вообще на это реагирует? Кстати, да, как Рон отреагировал? Как вы с ним договорились? Я не знаю, я не помню.
Я умею разговаривать с людьми. Особенно с Кэтерин. Это ладно, дети — это отдельные люди. Дети. Дети. А что дети? Они что, не люди, что ли? Люди. Люди. Маленькие и капризные. Маленькие капризные. Своих детей будете заводить? Нельзя. В смысле? Почему? Почему? А вот это секрет. Ну, мы за еще, ну, не... Мы помолвлены, но не... Я ну... надеюсь, это не Рон свои опять копье поставил. Не, вы что, не? Ой, я, ну... Там нет, ну мы же, ну, еще не были, вот церковь, ну, нужно... Не, я, ну, так, ну. Я вам не говорю, что вы сейчас там поедете. Не, ну, это что, непонятно, как-то вы сказали. Я, не, ну... я к тому, что когда вы там все это... Ну, так вы там... уточняете, мисс Тач. Лялику еще одну сделайте. Ворон 2. О, да. Кто, я? Нет, лялька будет. Ну, второе будет. А-а-а. Может, воспитывать хоть будет его там. А что вы знаете, какой Рон смышленый на самом деле? Нет, он, конечно, по характеру может... Мистер Хадсон, Рона здесь нет, можете не хвалить его. Нет, я говорю от души. Рон очень хороший, очень хороший. Прям очень хороший. Ну, прям вот, да. Но вот, да, с характером он, ну, может быть, да. Ну, вот, ну, хороший. Он умный. Вот, не знаю, видели вы такого ублюдка, как Юджин? Это Юджин кто? Ублюдок. А это вот, ну, 13-летний ублюдок. Он бегал по городу и кричал. Юджин, ублюдок, сын шлюхи, все в салон я угощаю. Да. Знаете, кто ему заплатил, господи, чтобы он так бегал и кричал? А кто? Фон Судмитру. Цыган. Фон Судмитру. Я сам в шоке. Я... Господи. Так вот, о чем это я? Он заплатил, он бегал, зазывая всех в салон. Ну так он совсем идиот, понимаете? Он стрелял в городе, учился стрелять в городе. Я еще тогда в Рио шерифом был. Да. А не скучаешь по этому шерифскому вот этому делу? Ой, раз, вот на самом деле нет. Я... Может, присядем, я думаю, сейчас. О, ой, как плохо, Паш! Ой, надо закусить, надо закусить. Ай, уф. Уф, как тут пирога не осталось, это вам слыч. Вообще. Ну вы что, с ума сошли, что ли? О, господи. О, господи. Да, ты спимся немного и поедем. Нормально, я очень быстро сезвею. О, господи. Господи, помилуй. Боже. Так этот... Анза? А насчет этого, который... Это самого... А садитесь, пожалуйста. Нашли убийцу Мокслета? Я не знаю, он, по-моему, сбежал. Сбежал? Он уплыл навсегда, как я слышал. Какой-то трус получается. Трус, все верно.
Наделал делов и уехал, как... Как недобросовестных с ментовым. Я, да. Ну, знаете, которые, ну, приходят и, ну... Ой, как же мне плохо. И вот, ну... как говорится, любят и уходят. Да. Недобросовестные чемпионы. Да. Ну. Понимаете? Вы что? Ой, господи. Так вот. Нормально. Ладно, я уже поел. Да, тебя опять я замечалась. О каких мафиях и тому подобное, да? Просто газеты трещали, люди вопили. Я раскрыл их несколько. На моем счету мне надо орден ставить. Серьезно, я раскрыл немало банд, посадил их за шишику. А потом знаешь что? Ну. Государство повернулось тем местом, которое так любит мужчину и женщин. За грудью? Грудью, что? Да. Да не только, шу. Под хвостом у лошади что? Задница? Яйца? А, у лошади, да. У лошади вообще под хвостом... Нет, ну, короче... Ну, такое... понятно, главное, что вы меня поняли. Это самое главное. Вот, ну и да, и... Что мне оставалось сделать? У меня родители врачи. А, ну, вот оно, откуда корни растут. Да, и я... Правильно он говорит. О, да, как говорится. И, ну, я вот стал, и да. Я очень многое забыл, но был всегда в полицейском департаменте и у шифа полевым медиком. Так... Так. Кто мексиканец-то хочет от Нэшли? Её впусти, наверное, я не знаю. А чё, а ты не можешь сказать Нэшли? Ну, слушай, ну... Я с ним сам разберусь. Не, ну в смысле, ну когда женщина даст отказ, именно не такой отказ, типа, ну, я... Я... Нет, 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 нет. А, я и об этом... Нет, нет. Я приду и набью ему морду прям при всех. Ну что ж. Сурово. Сурово, зато честно и по-джентльменски. Чтоб вот эта тварь мексиканская поняла наконец-то, кто здесь, как говорится, главный. Какие ботинки? Кстати, я вас не познакомила. Это Дэн. А вы знакомы с Дэном? Да, я знаком. А, раз, Рик, вы знакомы с Дэном? Да, я знаком. Я еще с самого начала думал, что это Рик Скотч. А, старой своей одежде. Да, кстати, есть что-то. Ну, вот он работает здесь. Ну, и так... В общем, Дэн, а вы угощаетесь там, да, ну... Чё?
Скажите, пожалуйста, миссис Хадсон. Мистер Хадсон, мистеру Хадсону дама сердца ответила да. У него... Я и поэтому, простите, мистер Сычер. Что, разве не это повод? Это повод выпить Дэну надо. Поэтому он предлагает вам угоститься алкоголем, там если что, есть перекусить. В доме? А я вот вынесла тарелки на улицу. Вон лампы, у лампы уже. Да, все, вон, на ящике у лампы. Ладно. Да, Дэн мне там посоветовал это рядом с молодыми конями не курить, а то они будут это брыкаться. Да, лошади не любят дым. Ой, нервничают. Он знаток своего дела. Кто? Ну, Дэн. А, ну да. А мне кажется, что у меня слэчеры только профессионалы работают. Вообще, вот что стоит долго, тот, ну, там профессионал. Ну, как бы да. Ну, да, я тоже так думаю. Ой, господи. А у вас как дела, миссис Сочи? Хорошо. Хорошо? Угу. Уверен? Нет. Почему не уверен? Ну, мне кажется, что хорошо. Ну, если кажется, значит, надо молиться. Где? Ну, вон, иди. О, да кто? Господи, мистер Пэриш. Ой. О, мистер Пэриш. Здравствуйте, мистер Пэриш. Мистер Пэриш. Садись. Ну, присаживайся. А что у вас там какой-то это? Ну, небольшой праздник. Да, мистер Хадсон. Да. А вы вообще что-то за ваш аукцион как-то не выпили? Надо исправлять, что? Алис! Надо. А чего празднуют-то? Тоже скажете? Мистер Хадсон. Вы на камушке развалились хорошо. Ну так. Я же аж сейчас думаю, блин. Может, надо было сесть. А надо было. Очень надо. Ну так чего? Мистер Хадсон, да это... Всё, свадьба скоро. Ох ты! Да, всё. Миссис Нэш, да. Мисс Нэш. Уже что будет уже миссис. Угу. А. Ну, будет уже Хадсон. Ну, кстати, да, мисс Хадсон. Звучит неплохо. Хм. Ну, и как же так получилось? Ну, а у вас как с женой получилось? Ну, нормально. Ну, и тут Боже тоже помощь. Почти. Ой, окивался что-то я как-то сильно, господи. Это, водички попью маленько. У вас есть, да, там? У меня все есть, главное не упасть. Господи. Че, как давно на рыбалку ходили? Ну, сейчас на охоте, знаете ли. Ну, я вообще не умею охотиться, да и с лук стрелять, но как бы... Ну, так, знаете, главное можно, создавать в принципе... видимость. Ну, это первый момент, да. А второй, это можно молотком зарядить. А скажите, так. Пожалуйста, у вас не будет молочка? Молочка? Я куплю, да. Ох. Сейчас посмотрим. Куда же молоко после, так сказать... Ох. Я вам сейчас вынесу, вы садитесь сейчас. Ради молочка он захотел. Карандаш. Ой.
Сейчас мне скажет, что нету места, да? Ну да, блядь. Так, мистер Хадсон, вы аккуратнее. Да. Нет, бобы. Ну ладно. Уже проверенная практика вся. Да. Это уже все как полагается. Слушайте, это прям был сюжет. Я прям смотрел такой, что дальше будет. Блин, даже пацаненка взяли. Это на роль. Тогда это вы насчет выступления? Да. Было хорошо. Ну, мне прям понравилось, честно. Ну, вот. И приятно в конце этот был, как его такой, ну, призыв вот этот. Ой, что ты мне жалко стало? Я пойду сейчас. Можно пойду у вас? А, я на лавочку кину. В будущем, может, еще какие-то такие на выступлениях призы, так сказать. Что, деньги есть? В чем быть? Слушайте, это... а вот не знаете, вообще проводят вот эти вот аукционы, там вот оружейные какие-нибудь, с какими-то интересными, ну, оружием. Ух ты, ну, честно говоря, не знаю, потому что, сами понимаете, оружие выставлять... сказать, открыто на улице, что-то там это дело опасно. Это же все-таки свободная страна. Может. Не, ну, как говорится, страна свободная, но, как вы помните, у нас в городе-то особо не жалуются, чтобы оружие так носили. Да, ну это-то понятно, но я имел в виду, это что покупать, это же не значит, что прям носить там с какими-то карабинами. Ну, идея, кстати, хорошая, может, мы это, так сказать, с Конором продвинем. Так сказать, и аукцион оружия, и по мишеням пострелять. Ну, да. Ну, там, допустим, какие-нибудь там пистолеты какие-то, там, может, которых хрен сыщешь, там, может, что-нибудь еще, что-то с гравировочкой, что-то. Там, это, кстати, да, это неплохо. Ну, неплохо. Да. Да я хотел это. Ну, или там, допустим, тут те же самые аукционы, ну, какие-нибудь вещички, там, часики, ну, и все такое. Я думал, мистеру Пи это предложить сделать, чтобы поднять какой-то. Ой, ну, себе... знаете ли... Как говорится, до такого еще надо дойти. Ну, как бы да. Добежать. Ну, вот мисс Флетчер вообще молодец. Сделала аукцион лошадиный. Ну, людей собрала. Хорошо. Ну, это хорошая такая, да, тема. Спасибо. Потому что и в Валентайне таким делом занимаются, и, как говорится, и тут уже начали. Это все правильно. Да. Вот бы кто, как говорится, провел, знаете ли, набор этих законников. Так я же говорю, я же поэтому и говорю. Я вообще, может, сколько уже можно? Уже мы думаем сами ехать к этому губернатору или как там, где он? Он же в Сен-Дени мне сказал это. Ну, должен быть, наверное. Да. Охранник этих, фермы Грея. Не понял. Ну, знаете ли, Грей тоже наворотил делов, наверное. Ну, сами понимаете, газеты все раньше читали, как там они... с Брейтвейтами, ну, да, занимались, да, делами. Да. Потом вдруг резко все стали эти, вот такие благородные, потом вдруг резко всем что-то в городе понадобилось, и вдруг всем люди стали вообще какими-то значимыми личностями. А раньше вообще без разницы. Все бились против друг друга, смерти были гражданских, и что? А сейчас вон
одни выступают, хотят стать этими... Один там мэром хотел стать. Я помню, помню. Вот, а Грей, не знаю, что они где они сидят. Да уж. Как обычно, в принципе. Пока, как говорится, им что-то не надо, они людей не привлекают к гражданским. Я уже думаю, может, письмо писать. Я вообще пишу хреново, ну как, не очень. Да, мне кажется, письма-то уже, может, и писали. Письма Шекельфорд писал, да. Просто ни одного законника в городе. Это как бы... По сути, не, ну, не, вы тоже преувеличили. Не, законники как бы в общем есть, но чтобы прям часто-часто кто-то работал, это уже другое. Ну, я знаю этого, как там был, который... Такой усатый, с седыми усами. Блин, я постоянно забываю, у него такая фамилия интересная. Сейчас вспомню. Так, я, Хориган. Родеген. Родеген, да, да, да. А он да. В армии не служил? Он майор США. А я думал, полковник. Ну, тот еще идиот, на самом деле. Он никакой не майор. Он так. Звездочки на шивороте. Не, ну, вот раньше я жил в Роудсе. Вот тогда нормальный закон. Такие законники были вообще. Да слушайте, да то ли еще будет. Ну, знаете, такие, может быть, раз на... Ну, я не знаю. На 100 тысяч. А что это законники были, расскажите. Не, ну как... Просто раньше было много законников. Раньше, вон, я помню, вроде как даже мистер Хадсон очень давно работает, работал. Три года в офисе. Три года. Пахал, вот. Как лошадь. Много поменялось шрифов? За три года? Да. Ну, да. Раз, два, три. Четвертый Купер, четыре шерифа. Какие четыре? Че угородится? Четыре много. А что, кстати, с Купером? А что с Купером? У него там какая-то, так сказать... Болезнь. Как это называется? Когда непонятно. Лихорадка? Да я, честно, ну... Ну, в общем... Мужик-то хороший был. Да, он там еле-еле говорил. Он прислал письмо мне. Ну, еще давно. Мне нужно отослать ответное. Передавал всем вот здесь находящимся привет. Да. Как свезло, что мы сейчас тут... Как свезло, оказались. Да, вот именно всем. Ну да. Может, он просто всем написал. То вы тоже. Всем привет. Скажете? Вот, он передал привет. На тот момент он говорил, что у него... В принципе, все хорошо. Прием у лечащего врача был у него уже. Да. А где он, в Нью-Йорке, что ли, каком-то? В Нью-Йорке, да. А, там нормально. Да, наверное. Ну, это вроде как он писал, что это как второй Сен-Дени, только намного больше. О, у меня карточка есть Нью-Йорк, сигаретная, я же собираю сигареты. У меня вся коллекция есть. Да ну, да брюк. А, стоп, еще... я слышал, у вас с женщинами есть. Есть такая. Серьезно? Блин, раз про меня только не говоришь, что это я тебе скажу. А, угу. Да, это, да. Не ну, надо. Есть, ну, просто такая слышал. Есть. Угу. А это прям вы все из Мелисент? Нет, ну, с женщинами там вообще раньше даже не в Мелисентах это было. Раньше не было и не Ред Рокетов, и не Мелисентов. Там какие-то были... Ух ты, вспомнить надо бы. Ленни Рок. Не. Что-то какой-то там индеец, сигареты назывались, не помню. Какой-то там. Красный индеец. Нет. Ну там такое дурацкое название, но индеец было. Было. И Джо, я... может быть, какой-то. Нет, там индеец вторым стоял. Может, тухлый. Джо индеец. Тухлый. Да, слушай, Сен-Дени же? Сен-Дени? Да. Да, тухлый индеец. Да. Да, были такие. Сейчас уже нет. Тухлый индеец. Ну, а кто индейцев любит?
Да это понятно, но нахрена тогда сигареты называть тухлыми? Индейцы. Чтобы стать бодрым. Знаете ли, а что значит Милисент? Не ясно. Да черт его знает. Ну звучит, знаете, как вот выше. Милисент это престижно звучит. Но да, престижно. Такая тухлые индейцы, они же недорогие были. Но суть в чем? С третьей пачки и четвертой две сигаретные карточки. Мисс Флетчер. С женщиной. А как вы считаете, вот после аукциона вы, ну, окупились? Слушайте, я бы... Ну, вообще, окупились вообще ваши труды? Я бы покупал бы такие сигареты. Вот это вот, кстати, такой ход, такой это очень замечательно. Интересный. Это значит, что мы вот, с Риком, да, когда я помню, это Бог все видит, да. Он, помню, ну... когда только, ну, в городе, ну, познакомились, да, мы там поначалу зарабатывали, там, грузы там сопровождали, повозки. Ну, и там зарабатывали, ну, буквально, там, допустим, 5 баксов, там, да, знаете, вот 5 баксов, по 5 баксов, ну, каждому получили, и такие, что делать будем? Ну, пошли этих Милисент закупили, и давай до первой карточки, и начинаем вот это покупать. Это да, мне тоже такое. Да. Да, мы в итоге потом эти сигареты вообще раздавали, нам главное карточки были. Но у меня есть из интересных, это Нью-Йорк есть, ну, Тол 300, понятно, Тол 300 Роудс есть, что еще есть? Сен-Дени есть, да, Рик, у тебя? А Сан-Франциско у вас есть? Чикаго есть. Сан-Франциско есть? Ага. А у вас есть? Имеется. Ой, это интересно, слушайте. Да, да, я знаю. У меня просто мала этот ПКД кричит. Это вот из текущей коллекции. У Хадсона свадьба будет. У меня Нью-Йорк вот из таких. Сигаретный магнат у нас, мистер Париж. Да. Мне нравится, как Сен-Дени. Ну и аукцион. Знаете, напоминает. Знаете ли, у нас с Коннором небольшая такая мечта. Хотим свои, как бы, эти сигареты. Мы же табак выращиваем. Mm. Хотим уже свое делать. А с женщинами карточки у вас с собой? А надо поискать. У меня, знаете ли, это... Может, они в шляпе запрятаны. Ну, я как понимаю. Говорится, знаете что? Вот все. Не, мне не то, чтобы нужно вообще это. Но мне просто интересно, mm-hmm. понимаете? Это просто да интересно. Я понимаю. Понимаю. А у меня есть гризли. Что гризли? Сигаретная это карточка. Такая. Да. И что там? А, там это Милисент? Да. А там еще с животными, да, может, у карточка. Нет, это не медведь, это район. А, в смысле, долина гризли, что ли? Да. Это которая, что ли, ну, неподалеку от Танасбурга? Не знаю, да. Там, где мы на рыбалку ходили еще, ну, помните, когда собирались? Туда, в смысле? Там. Привет. Нормально у нас тут. А, там вас не было. Выпивашки. Что, где? Празднование. Если что? Париж, как нас тогда не было, да? Он еще тогда зачем не ты? Нет, не было. Я был с маршалами. В гостях у них, да. Ну ладно. А что было? Да на рыбалку ездили, помню. Не, я тогда был еще. Но я на рыбалке не был. А, да. Ну, в городе. Я в городе. Ну, естественно, ну, я тогда законником был. Ну, что поделать. Ты многое пропустил в тот день. Например, как этот карта повозку утопил. Господи, ты написал на банкира. Ой, это смех еще тот. Это вообще. Ну давай, разбирайся. Он такой вообще. Идиот. Да ладно, пацан молодой тоже. Ну, понимаешь, раз я когда был молодым, в его возрасте я уже делом занимался. Я уже был офицером полиции. Да. Ну, я молодой был дурной, вот что я скажу. А кто из нас дурным не был? Сколько ему лет, ты не знаешь? Ну, лет 19, наверное. 19? Может, 20, может. Ну, наверное, что-то. О, о, нашел. Вот. Хотите посмотреть? Да, да, хочу. Да, вам надо встать, что будете. Вы же рассматривать будете. О, держите. А мне можно посмотреть? Только не ничего себе. А мне можно посмотреть? Да нормально можно. Так вообще. Давайте. А такую карточку не продаете? Ну, пока нет. Если еще одну найду такую, то продам. Да, держи, глянь.
Слушай, красиво. Сейчас, сейчас. Я мистеру Хадсону покажу. Так вы смотрите, а то мало ли передумаете жениться. А что там? Там не гризли? Смотрите, посмотрите. Там лучше гризли. Да, да, нет, красивая карточка. Ой, мне ну такой. Давайте, смотреть. Это. Так сказать. Да, да, да. Ну, а вам показать карточку? Нет, не надо, но как бы. Ну, нормальная карточка, да. Вы да рассматриваете там... женщину в присутствии женщины. А нет, там ничего такого, ну. Ну да. Это. О, ничего это... себе. Ничего такого, да. Такая жениться реакция. Жениться не надо. Да нет, нет. Ну, я думал, ну, там я пейзажи. Я, да, ну я поинтереснее видел. Благо, так сказать, моя жена не знает, что я такие карточки храню. Не завидую я вашей жене, мистер Пэриш. Ой, знаете, вот как раз не надо такое. У нас все прекрасно. Почему-то я в это слабо верю. Во всех планах. Даже с сигаретных карточек. Он просто разглядывает карточки, ходит счастливый, и жена довольна, в принципе. Нет, ну... Да это в любом случае лучше, чем по салонам, там, знаете, карточки собирать, это для души, да и просто... Это для души, и даже, понимаете... Я не понял, а если я в салоне работаю? И что? Нет, имею в виду по салонам, в смысле, понимаете, дамы этой... А, ну да. Забавляться с ним. А, ну это же вообще, мне лично, так сказать, противопоказано, я же женат. Ну как бы да. Ну я тоже таким не занимаюсь. Не, ну раньше как бы может быть, но так, знаете. Мне кажется, при даме такое обсуждать как-то некорректно. Ну да, это да. Извините. Да, извините, миссис Флетчер. У меня тут моя шляпа падает, господи. А у вас вообще, с вашей стороны, миссис Флетчер, как прошел аукцион? То, ну, как бы повод есть, но мы что-то за него и не пьем. Ну, вот я считаю, что, ну, аукцион замечательный. Ну, я вот... рада. Это я первый мой аукцион. Знаете, что думаю? Вот рысак, вот тот вот голубоглазый, он слишком недооцененный. Он как бы дорогой и выглядит просто, но эти голубые глаза, это вообще... Он, да, красивый, хорошенький. Я, да, думала, он привлечет внимание. Но... Ну, слушайте, я думаю, если его за 50 продавали, он бы точно привлек внимание. Ну... Но это как бы дешево. Я и так цены скинула. Ниже некуда, правда, так сказать. Правда, правда, потому что я купил вот у миссис Флетчер коня своего за 130 долларов, ну, в общей сложности, обменяв там своего вороного рысака. Да, миссис Флетчер? Да. Вот. А вот мистер Кроненберг купил за 145. Да. Ну, он купил за 145, потому что, ну, там, борьба была. Ну, это аукцион, да. Да. Ну, какая разница? Я вообще этого Норфольского-то... Я просто, честно сказать, в него влюбился, когда посмотрел сразу. Когда еще, ну, в принципе, догадывался. Ну, когда вот конюшни зашли, да, вот там вот этот был, я такой думаю, вот это да. У Рика один артфольский, а у меня другой будет нормально смотреться. Ну, видите, как там борьба была за него. Сколько он там, 60? 100? Ну, знаете ли, мне кажется, мистер Кроненберг слишком много денег. До 148. Как-то вообще. Что, мистер Кроненберг? Слишком много денег на лошадей, да. Да нет, не сказал. Ну, я знаете, он... я просто я понимаю, конечно, он человек как бы не бедный, но такие деньги тратить, это ж пустое. Ну, я не знаю, да, зачем ему нужен был еще норфольский, конечно. Вот, я и говорю, знаете... Красивое это. Я вот, допустим, купил для дамы. Вот второго я купил себе норфольского, а для дамы, для своей другого. А понимаете, когда как бы, ну, как бы лошадь купить, это нормально. Но когда уже вторую, еще и зачем-то до таких ставок повышать, ну, непонятно. Надо постоять, ну, это идет быстрее. Будь я прям вообще богатый-богатый, прям, знаете, у меня было бы там $1000 на кармане, да, вот знаете, так, вот как вот Брэд Уэйт какой-нибудь или как вот Грей,
Я бы, может быть, бы, знаете, вот не для разведения, а так, для души бы, там, знаете, себе покупал бы лошадок, чтобы потом перед друзьями-богачами как бы... Подожди, Раст, а ты мошенник? За что коней разводить на деньги? В смысле, я говорю, разводить. Мистер Хас. Да, мистер. Хотите сигаретную карточку в Сан-Франциско? О, дайте мне посмотреть тоже, интересно. Ну сейчас, вот вы посмотрите только сам. Да я только... У вас есть сигара? Есть. Дайте мне ее. Ну, нет. Обмен таков. Вот вы сейчас смотрите карточку, потом сигару. Что вы творите? Дайте мне эту именно посмотреть. Миссис Флетчер, спасите меня. Если была бы здесь мисс Нэш, то она бы меня убила, наверное. Нет, ну вы... Ну, защитите меня тогда. Вы мальчик взрослый. Сан-Франциско. Ну что, на вашем ранчо стрелять по нему, что ли, буду? Нет, стрелять не надо. За ранчо выходите. Уф. Алиса! Ну, кстати, еще же не с городами. Есть еще с этим. Да. С этим. С изобретением. Тусы. Что? Противовоздушные шары. Да. Нет, ну вы тоже, конечно, мистер Париж, с ума сошли. Такое мне показалось. А что, вы боитесь женщин? Нет. Ну вот, тоже, конечно. Ну и, конечно, боюсь. С ума прям сошли, правда. Пойдемте под крыльцо, я думаю, господа. Да. А ты торопишься куда-то? Ай, блин, с тобой же не давай потом. Да в смысле потом? Ты куда-то торопишься? Да нет, у меня денег в любом случае нет. Я даже купить не смогу. У меня с тобой да, у меня есть. Если я буду... Там кольца... Гик, какая в хуй разница? Вот веришь, блядь, мы своим онлайном спокойно РПшим, и нам его веришь вот прям более чем достаточно. Там, кстати, вот я тебе серьезно говорю. А вон там девушка. Может быть, дохера онлайна, но все стоят и нихера не делают, потому что привыкли, что им админы делают РП. Здесь админы РП не делают вообще. Нет, карабина даже нет. Зачем карабина? Карабина всего пришла. Ура! Поэтому не надо запариваться насчет онлайна. И глаза раскроете, и что, одним револьвером, что ли, буду защищаться? Ну, я могу тебе. Привет. Уже подходит к концу. Да, вечеринка коллекционеров, короче. Ну, я думала, может поплатить. Поснуть. На, возьми пирога у меня тут. О, миссис Флетчер, а это... Мало, да. Тут это осталось? Что, могу, да, взять? Конечно, только тарелочку мне оставить потом. Да, конечно. О, мистер Джей. Ого, мистер Рос. А о, мистер Рос, у вас коня что ли украли? Что? Если вы угадали, что вы с мистером Джей? Давайте пари. Если вы угадали, мне подстрелили, пока я не успел в Сан-Дени за бумагой. А да? Да. Это Морис Паркс стоит. Неплохо. А это знаете все почему?
Это потому что законников недостаточно. Надо, блядь, больше законников. Надо выборы уже, шрифы проводить. Вот. Поэтому посмотрите на Джиджи. А, ну да, слушай, Джиджи, ты что, помощник тебе? Во все тяжки пошли, что ли? Ты знаешь, я бы тебе тоже советовал пойти. А я сразу буду шрифы баллотировать. Ситуация. Угу. Так. Блядь. Работать, что ли? Ну, а что тебе делать? Так, а что у тебя, ранили? Да, Рон обработал, все в порядке. Вы так пугаетесь, мистер Хадсон, как будто он вам ногу отрежет. Кто, мистер Рос? Ну да, он так закричал, когда... Давай. Нахера, господи. О, Гиг, да, блядь, сделай банкира. Ладно, делай. Хочешь, делай на шериф. В общем, на банкира, конечно. А я просто банкира реально вопрос. Нет. Шерифы, он вроде как есть хоть какие-то. Уже закончили, да. Меня так не нашли. Попробуй на банкире поиграть, а потом... 25 долларов. Зайдет, сделаешь себе... Человека, который украл коня. Желтый. Основная примета — желтая маска. Лично. Ох ты! Примета, ох какая? Ты! Примета какая? В желтой маске большая шляпа. Это вроде бы... Это широкополая? Да хрен его знает, не успел рассмотреть. Ну, если говоришь большая, то она широкополая? Ну да, да. Широкополая. А концы подвернутые? Поверь, нет. Не заметил. Не за это. Он был на коне. Оружие. Из револьвера подстрелили. Что у тебя забрали? Только коня. В смысле, а кто на коне был, вы сказали? Опять конокрады. А было вас... двое. А. Один на коне, другой так. А конь какой был? Шарский. Единственный, который есть, который это находится без... Большой. Да, черный большой. Да, его обычно вы... запрягают. У вас? У меня. Так нет, а он нападавший. А он дожили. Подошел, хрен его знает. Дожили. Настолько уже не любят власть, что у них воруют коней. Что, мне тоже, что ли, ну, в офис? Ну, шерифа, да, помощником, скорее всего, будешь. Потому что, ну, видишь, что тут пока что есть шерифа. Не вернусь. Ну, вот двое, видимо. А то на том месте уже были? Опять. Нет, там был дождь. Уже бессмысленно. Что бессмысленно, они там же могут сидеть, это логично. В смысле, как сказать? Они ускакали куда-то в сторону Сен-Дени. Вот последний шериф. Могут ловить, там вон же взяли могут помощника сейчас. Логично, нет? Сейчас хотят ребята вон из Полин и возможно. Земляк хотят баллотироваться в шерифский офис. Не, вводи, если хочешь. Что тогда все в пятером поедем? Если будут именно что выборы шерифа, то скорее всего... Заскочу. Да, так, миссис Флетчер, мы потихоньку поехали. Да, да, конечно, да, хорошо. Мы заберем тогда мусор или... Как? Да как хотите, да, если надо, забирайте там бутылки, не знаю, что там алкоголь осталось. Да нам-то толком не надо, но чтобы вас тут, ну, как бы не мусорить. Ну, вам для молока бутылки не нужны? Нет. Ну, знаете, не после алкоголя точно. Да их промыть еще. Ничего себе. Да, интересно. Да, прикольно. А когда это было? Только что. Вот ночью этой. А-а-а. Самое обидное, что... А где был? Привет. Здравствуйте, мисс Флетчер. Как ехать? Да так, разное отвечаем. Хорошо проведет аукцион. Понятно. Ты что, какой-то грустный, что ли? Да я никто не понимаю, откуда столько народу. А, ну да, редкость порой нет. Меня тут. Ну, а сейчас все разъезжаются, потому привет. Что... Привет. Мне кому из вас? У шерифа, оказывается, лошадь украли. Да я приехал вообще просто поговорить с мисс Флетчер, но, похоже, я здесь лишний. Почему? Да. А кто лишний? Все разъезжаются уже. Да. А как тут мистер Росс оказался? Он же раненый. У него коня. Нет. Его. Кто это? По дороге, может, еще подлечили, наверное.
Да заедем. Ну, я его подлечил, но просто он опять тут оказался. А он же на коне ехал. Ну да. Так, блин, ну, я же ему знакомые. Сказал, ну... на коне не лезть. Ну, а что? Что? Кому ему заедет обращаться? У меня нет кольца. Ну, уж лучше, чтобы шов разошелся, нет, чем конь пропал. Хотя он уже пропал. Да уж. Я купил... Да, ладно, если ты хотел поговорить, пойдем в дом. Да, 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 я насчет мамы вообще хотел поговорить. Ну, я поняла, что ты по-другому вопрос вряд ли приехал бы. Что она уехала, ты это хотел сказать. Да, нас сейчас на данный момент времени в Сен-Дени и... Что поговаривают, что она чуть ли не при смерти была? Я надеюсь, это неправда? Мисс Летчер. А! А можно у вас вопрос? Да господи, можно, конечно. Что такое? Чисто теоретическое же лошади можно перебить клеймо? Смотря какое клеймо. Если у вас клеймо Сен-Дени маленькое размера и смотря какой шрифт был... Клеймо, ну, стандартное клеймо из... Ну, у них стандартный размер, обычный. В принципе, это будет если... сложно, но... Если реально к вам привезут шарскую лошадь с черным пятном на морде... Ой, с белым пятном на морде, вся лошадь черная. Сообщите. Можно на не переживайте. Ну, да, хорошо, я сообщу, но не переживайте. Я не торгую, не покупаю краденых лошадей. Без документов. Да при чем тут, мало ли, клеймо просто. Я поняла, да, что клеймо Сен-Дени. Хорошо, ну, хорошо. Заскучим, благодарю, мисс Лача. Да, хорошо, поехали. Я как раз хотел заехать в Сен-Дени. Да, мы туда тоже заедем. Так, ты тебе подождать, я так понимаю, да? Да, сейчас работает. В общем, мисс Флетчер, да, она сейчас в Сен-Дени, вот, я за ней слежу, если вам нужно что-то ей передать, я могу ей передать, как раз сейчас. Просто скажи, чтобы она поправлялась, главное, чтобы все хорошо было. Хорошо. Ладно, а ты, ну, ты как, здесь будешь или ты с ней будешь? Я туда езжу. Ага. Но ну, я здесь нужен. Приезжай, периодически врач хотя бы поговариваю, что там как-то она. Я постараюсь. Угу. Надеюсь, что все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Иначе быть не может. Угу. Ладно, не переживай. Пойду тогда узнаю, что угу там и как. Удачи. Давай. Так, $2, да. Чего? Да потом, ну что сработает-то? В смысле, что еще делать? Ты мало не наработался, что ли? Нет, ну что, надо же перепатковать. Надо будет вообще нам перепатковать лошадей, и нужно будет... Подковы-то остались? Кстати, да. Но съездим в одно место, тебе покажу. Там коваль есть. Он... Я, в общем, расскажу тебе потом историю с ним. В общем... Надо будет подковать несколько, и двоих надо будет клеймить и объездить. Ладно. Да. Так, что ж, ну, все разъезжаются, я думаю, мы можем поехать как раз в это место. Кушать не хочешь? Не, я поел. Хорошо, сейчас тогда я закрою тут все. Thank you.
Поехали. Да. Поехали по прямой. Да, едем. А вот, по прямой сюда. На дорогу выйдем. Блять. Я люблю Сережа ездить. Едь, едь, едь. Ну давай, давай, гони, оно нормально едет. Сюда, сюда, как сворачивай. Мисс Пристон, добрый день. Да, да. Утро. Да, да. Это конюшня моя. Я ее выкупила у людей, которые здесь живут. Пообещала рабочее место ковалю. Поэтому, в принципе... Он может, если ты не будешь успевать, подковывать лошадей, и он кует подковы. Соответственно, я ему за это буду платить. Он очень боялся, что я его лишу рабочего места. У них конюшня разорилась. Отец умер, отец разводил лошадей. Ну как разводил? Покупал, перепродавал. Отец заболел, умер. Поэтому остался только сын. Он этим не очень умеет заниматься и... А я с ними давненько уже веду здесь дела. Я вам предложила, что я выкуплю у него эту конюшню. И здесь будут стоять мои лошади, необъезженные, и те, которых я развожу. То есть это либо кобыл, это будут кобылы и жеребята. Лошади, которых я могу продать, я буду перегонять на ту ферму. Объезжать можешь здесь. Об этом месте никому, никто не знает, кроме тебя и этой семьи. Ну ладно. Мистер Пристон, добрый день. Здорово. Собственно, я успела пригнать, пока ты работал. Здесь у нас халтыкинцы и норфольские рысаки. Надо будет потом остальных перегнать. Вот. А, ну и, собственно, как я поняла, наковальня, ну да, как бы поняла. Все это дело тоже наше. Да, сэр. Это наш конюх тоже, он объезжает и будет вам помогать с подкованием лошадей. Так. Сам, собственно, вся эта приблуда, все здесь есть. Давай, давай. Спасибо. Все здесь есть, так что подковы у него будешь брать.
Если нужно будет какое количество, ты ему скажешь, он тебе выдаст. Просто если что, потом мне сообщишь. Я понял. Вот. Завтра, думаю, можно будет приступить здесь ко всему. Ну, завтра так завтра. Когда гнать остальных лошадей? Думаю, завтра этим займемся. Так что вот, я хотела тебе показать. Думаю, мы можем ехать. Периодически нужно будет приезжать, проверять, как здесь лошади, если ты здесь часто не будешь находиться. Ну ладно. Поехали. Люди начинают замечать, что дела у меня с лошадьми идут неплохо. Бывают те, кому это не нравится. Поэтому я решила перестраховаться и далее, ну, так сказать, не говоря никому, закупить еще одну конюшню и перегнать сюда лошадей. Потому что когда произошел случай с этим работничком, который меня шею порезал. Я боялась, что он начнет мне мстить, и мало ли что он сделает с лошадьми. Но здесь места-то побольше. Да, здесь места побольше, но это место и отдаленное. Как бы в нем есть и свои плюсы, и свои минусы. Так что да, никому ни слова. Понял. Раз, три, они тоже не знают пока что. Они, конечно, мне помогают, но полного доверия я пока к ним не ощущаю. Так, а что, если люди будут спрашивать? Насчет чего? Ну, приедет кто-нибудь за лошадью, а лошадь здесь, а не там. Не переживай, нужных лошадей я сама буду перегонять. Я обычно мало кого веду, если у меня нету лошади на продажу. Ясно. А если вдруг будет лошадь на продажу, но она будет... Ну, во-первых, да, у меня все лошади будут... Который на продажу на ферме, а если вдруг, я просто буду говорить, что пригоню завтра, там, например. И покажу, если надо будет.
выходит, на сегодня дела нет? Да. Сейчас я тебе заплачу. Ага, у вас нет боди какой-нибудь или таза? А, есть. Под раковиной возьми. Ага. Так, на тебе. А что ты будешь делать? Ага. Кожу замочу. А. Ладно. Так, короче, соленые потроха мы не скоро дождемся, поэтому их надо выедать. И горох надо выедать. Так, мне бы еще на. Веревок. Надо дубильню сделать. Так, веревки. Веревки возле складов. Ладно. Тут вообще, тут, короче, какой-то где-то преподобный вроде складировал. А, чё? Сейчас я тебе... Да, сейчас я вспомню, где она. Пойдем, там где-то преподобный оставлял. У меня же здесь святой отец жил. Че, дубильню? Да и что-то я, по-моему, то ли он говорил что-то про нее. В общем, короче, не знаю. Какое-то сооружение тут было, может, посмотришь. Ну, это либо доски, либо палки. Веревкой протянутые, чтобы можно было кожу натянуть. О, смотри. Вон, видишь, за столом стоит. Оттянуть стол надо. Немножко вот так вот. Давай его потянем. Похоже на то. Я просто в этом не разбираюсь. Ладно, сейчас поставим, посмотрим. Ага. Ой.
Так, что делать? У нас там Хадсон не оставил никакого бухла. Бутылку пустую мне туда ставили. Я сейчас приду. Ладно. Ой, блядь. Бля, ребят, не могу. Сейчас я открою этот окно. Жарко так. Блять! Вот как она туда залезла, эта лошадь, вы мне скажите? Hello. До свидания.
Итак? Что? Ты мне обещал. Чего? Ханови, да, да. Думаю, пиво ты пьешь. Ты там где? А. Ты чё там? Корова вылезла. Эти коровы уже очень давно живут со мной. Они вернутся. Ну ладно. Ну что, как говорится, закрепим знакомство. Ну я вообще-то кожей занимаюсь. Ну... Думаю, мы долго пить не будем. Ладно. Тем более это пиво. О! Да, неплохое. Бутылки выбрасываете или под молоко оставляете? Ну, вообще, я их не собираю. И не разливаю молоко. Но если нужно... Если они тебе нужны, можешь оставлять. Не, мне как раз не нужны. Ну ты не расслабляйся, там еще 4 стоит. Ну я бы все-таки кожей для начала занялся. Ну ладно, я подожду. Все время Флетчер ждет. Что праздника мало было? Праздник это одно, а договоренность это второе, совсем другое, вернее. Можно вечера дождаться. Я так, честно говоря, хотела выйти. Ладно, подождем. Я эту кожу и так давно таскаю. Если сейчас не обработать, так совсем плохо будет. Нет, я не против, обрабатывай. Так это дубильня священника? Угу. Что, он на ней грешника, что ли, обрабатывал? Угу, да. Жаль, уехал. Да. Хороший был. Человек, с которым можно было поговорить, и он тебе не откажет. В общении. Выслушает. Поймет, простит. Хороший человек. Я думал, Бог прощает. Ну или Бог, там, да.
Внукля? Близко? Далеко? Близко? Далеко? Да. Ух ты, какая! Угает что-то. Какая она милашная. Я чую, хочу до вечера. Так, ребят, я сейчас приду.
Доброго вечера. Добрый. Решил вот к вам пожаловать. Угу. Хотел кое-что сообщить, вот, и узнать. Можно вас на... А, ну, тут уже никого и нету. Что ж, вы с... Я не помню, спрашивал или нет, не знаете, кто-то, может, говорил, что продает ферму Моксли. Ну, то есть, у кого... Как мне связаться с человеком, который на шпанку отошла? Или банкира, может быть, вы знаете? Мистер Пип, по всей видимости, всех киданул и уехал. Это бывший банкир. А по поводу продажи... Продажи... Нет, не знаю. Не слышала. Не знаю, помогут вам в этом шерифы или нет. Шериф явно не обладает такими полномочиями. Так что ж, и вообще, на самом деле, хотел бы вам предложить, на самом деле, это дело ваше, я планирую ее покупать и как-то продолжать дело мистера Мокса. Идите-ка лучше в дом. Это, скорее всего, проехали, ну, свои. Ладно. В общем, у вас уютно тут. Ну, не хоромы, но да, хватает. Так, да, продолжите, а то на половине так не понял. Да, да, я планирую ее купить, и, возможно, хотелось бы, на самом деле, траты на нее будут слишком большими для меня. Я хотел бы предложить, чтобы часть, возможно, часть от ее стоимости вы бы, ну, платили, и, разумеется, часть доходов перешла в ваши руки от этой фермы с продажи ее продукции. Как вы на это смотрите? Вы хотите ферму купить со мной пополам? Да. Я просто не уверена, что у меня хватит сил. Нет, я 20. В плане, в том плане, что навряд, ну, конечно же, не будете принимать такое участие. Все ляжет на мои плечи, вот, и моего этого помощника, скорее всего. Хотя мне нужно найти еще одного человека. Просто до меня уже, по-моему, дошли слухи, что эту ферму обмародерили. Поэтому... Да? Господи, какой ужас. Ну... Понятно. Слушайте, ну, нужно знать, какую стоимость она будет. Да, да, я как вы только узнаю... Вы когда узнаете... Сообщите мне, и угу. Я подумаю. Потому что на самом деле у меня и на лошадей уходит немало. Да, я понимаю, понимаю. Да. Но я вам не отказываю, просто узнайте. В принципе, хорошо. Для поддержания, так сказать, памяти мистера Моксли, мало да. ли. Да, да, потому что чувствую, что если не мы, то не знаю, кто хватанет, и черт знает, что с ней будет. И то, если хватанет, если она не порастет какими-нибудь сорняками. И... Да, да, печально, печально будет. Еще мне поступила информация, что активизировалась некая банда, она называет себя «Желтая роза», и я уже, так сказать... Своими глазами видел двух потерпевших, которых она ограбила и избила. Так что будьте осторожны. А как мне их ну, понять? По-моему, это мексиканцы. Алис! Оль, закрой дверь! Сейчас. Просто будьте осторожны. Поэтому я, наверное, поеду, уже темнеть начинает. И... Конечно, да, да. Что ж, еще раз спасибо, что уделили время. Вроде бы все, что я хотел. Да, ладно. Так, я поднял бутылки. Все, надергал шкуру.
Ну да. Правда, ну, кожи маловато. Надо было еще одного оленя подстрелить. Ладно. Что там про мексиканцев? Мексиканцев? Это мексиканцы разве? Ну, он сказал мексиканца. Мы его не слушали. А, да, точно, это желтая роза. Хадсон же сегодня вроде тоже упоминал мексиканцев. Да, говорит, что-то какие-то эти, что-то ничего себе. Господи. Странно, но здесь обычно мексиканцы — это редкость. Вот именно. У меня такое ощущение, что этот мир никогда не будет спокойным. Какие бы времена ни настали. Ты что, целая кавалерия проскакала. Там, скорее всего, Хадсон поехал, лошадь узнала. И этот Рик и Раст. Там было 3 или 4 лошади. Угу. Многовато. Ну, они же узнали, что шерифа украли лошадь. Вот, видимо. А, у шерифа лошадь украли? Да, ты не слышал? Там, кстати, шериф есть. Ну, слушай, он то ли шериф, то ли помощник. Я что-то как-то не понимаю. В последний раз я слышал, вроде 1.5 помощника было. Ну, да, видимо, наверное, 1.5 это имелось в виду тот, который, это вот она, не до конца помощник. Ну, видимо, еще не, ни хрена себе ты листаешь, я ж, получается, мало взяла, что ли? Нормально. В общем, да, такая вот ерунда. А мексиканцев одному не хубает. Особенно если бандиты. Ну. Если что, прячься в дом, отстреливай их через дом. Ну. Тут окон полно. Да, это вот это окно меняли уже. Да, Пэм. Но дело не в том, что их надо менять, а в том, что... Ну, я одного пришибла с этого окна. Очень хорошее место здесь. Вот тут. В этой комнате. Ну, ладно, если будет заварушка, прячьтесь здесь. Угу. Еще можно... Я там дробовик видел. Это мужа вашего? Это мой дробовик, я покупала. Что ж, пусть там и лежит. Ну, да, на случай, если ко мне кто-то заваливается, я беру еще и дробовик. Если вдруг кто решит таки выбить двери, как мне уже тут угрожали, и я их встречу и отправлю туда куда-нибудь. Я к тому, что если что, чтобы я знал, где он лежит. У меня патроны есть. Я думаю, еще оружие купить. Где хорошее, так где его хранить? Под надо юбкой. Какой-нибудь еще. Да, под юбку. Ну. Должна же это хоть какую-то пользу нести, да? И юбка. У меня тут были тяжелые времена, я как-то брюки одела. У людей прям шок был. А мне даже понравилось. Так, а перекусить есть чего? Да, вон там на плите насыпай. Так, погоди.
Блять. Раст. Я их так пришиблю когда-нибудь своих. А вы часто такое острое готовите? Нормально, нет. Слышь, будьте поаккуратнее, тут прям рядом с вашим мексиканцы? Домиком лагерь мексиканский был, они там напали. Охренеть, блядь, здесь самые лучшие места, да, я так смотрю, для всяких улитков. Слушайте, тут же этот, тут же прям, через дорогу там ручей, очень удобно. И место. Это там? Охренеть. Да, у них там был лагерь, тут все аккуратнее. А там кто-то был? Нет, никого. Ух ты! Да, да, да. Вау! Да, теперь мы с Растом. Вау, Раст! Да, но это нужно выборы нормальные нужны. Да, кстати, вашего любимого Картера еще ограбили. Он, кстати, не мой любимый, не надо. Я думала как-то ему в нос прикладом дать. Это можно? Да ладно, не надо. Пусть еще повод даст. Вы на пробной основе или вы в шерифском офисе? Ну, в шерифском офисе, да. Но работаем, но шерифа нету, правильно? Да, выборы скоро будут. Будут. Супер. Да. Супер. А слушайте, вы не знаете, что с фермой мистер Моксли? Она, ну, бля, может, вы слышали, что она продается? Нет, еще не слыхали. Банкир-то еще не объявился. Ну да, скорее всего, на банку отошивается. Да. Просто мне тут предложение поступило. А, ну и вопрос, кто у нас землю продает? Тем более, когда нет хозяина. Вот банк, да. Как, чтобы, вот. Ну там же работники есть, можно прийти и узнать и все. Возможно. Ладно, я поняла. Я поняла, но вы же как-то проконтролируете там все, чтобы они оттуда сгинули, эти мексиканцы. Что происходит с этим миром не так? Да. В общем, ладно, да. Спасибо, что сообщили. Мне сообщили, что нас орудуют мексиканцы, но что они оказываются где-то здесь, и вообще супер. Да, будьте аккуратнее. Да, да, спасибо, всего. Спасибо большое. Ой, что не день, то прекрасная новость. Что-то опять с мексиканцем? Да, представляешь? Это моё, да? А какой у меня интересный день сегодня. В общем, представляешь, оказывается, мексиканцы здесь недалеко разбили лагерь. Это где? Вон там, где ручей. Но я что-то... Они, ну, возможно, уже ушли оттуда. Вот. Но Раст и Рик приехали мне об этом сообщить. А еще Раст и Рик, они теперь помощники шерифа. Значит, охранять здесь уже не буду. Но мне, я думаю, ну, подожди, это же земля, это же как бы относится к нашему штату. Они вроде как обязаны охранять. Я просто думаю. Но дело у них прибавится. Прибавится. Я просто к тому, что ведь мне же не надо им платить. Наверное, получается же так, да? Если они закон, они теперь должны так просто, ну, по закону защищать мою землю. Или я что-то путаю? Ну, обычно законники со своими обязанностями плохо справляются. Ну, эти ребята вроде как хорошо себя зарекомендовали. В общем, ну, они... Тут будет, они говорят, дойдут до этого самого, чтобы наконец-то выбор сделать. Шерифа. Да. Да, шерифа. Потому что все помощники того, кого нет. Кого нет? Шерифа. Шерифа-то нет. Ну,
Ну, если желающих особо и нет, пусть решат, кто из них будет шерифом, по крайней мере, временно. Ну, говорят, они так не могут. Почему? Блять, не помню, как это. А, ну, потому что, не знаю, народ же должен выбирать. Ну, мне кажется, народ выберет любого, кто согласится быть шерифом. Блять, где же я? Угу. Так, это получается тот ручей, что слева? Да. Я там был дня два назад. Охотился, не видел никаких лагерей, значит, они там недавно обосновались. Это значит, они могут одним днем делать лагерь. Они не рассказали, что там вообще, палатки, сколько чего, кого. Нет. Надо осмотреться, чтобы понять, временно это стоянка или они планировали там долго сидеть. Если они там пару дней, вряд ли они что-то много здесь разведали. А может быть, за фермой наблюдали. Могут, да. Может, видели, как вы ездите в ту конюшню? Сука. Я как видите, спать? Блять, а где же была эта поза? Это не риторический вопрос. Нет, не риторический. Ну, как солнце встанет, я поеду оглянусь. Надо. Ай, ладно. Надеюсь, никто не видел нас. А когда вы лошадей гнали? Ой, еще пару дней назад. Ну, тогда повезло. Да, повезло. Поэтому надо будет перегнать. Ну, слушай, если они сказали, что там нашли лагерь, мексиканцев там не было, может быть, они уже того самого... Ну, скорее всего, их свалили. Тем более, как я понимаю, это они, наверное, лошадь украли. Ах, ты хрен его знает. Да, ты же что-то говорил, что там... Ну, если они украли лошадь, они, наверное, свернулись, чтобы поехать продать ее. Но это не значит, что они не вернутся. Ну, да это понятно. Бля, как вовремя лошади начала перегонять. В общем, да, новость, что не день, то новость. Прекрасная. Так, приметы есть какие-нибудь? Что за мексиканец в городе? Ты, по-моему, только сказали, что желтые платки на морду. Вот это и все. Больше не помню. Да какие еще приметы надо там мексиканцы? Поймешь сразу. Но ночью так-то не поймешь. Ну, ночью-то да. Ну. А где Хьюз? Он, наверное, поехал этот, тоже грузоперевозки делает на повозке. Я смотрю, молока еще много, она так скиснет. А он не только на молоке, он... Не, он сегодня утром его видел, он приносил деньги. Он же повозку себе взял в кредит не только, чтобы на молоке возить, он... И другой товар возит всякий по заказам разным. Я что-то хотела сказать. Чего?
Я забыла. Да ну, господи. Ну, значит, не важно. Да. Наверное. Мисс Нэш выходит замуж. Кэпельс. Уговаривает она тут чуть ли не при смерти. Хадсон и ее сын сказали, что это не так, что нормально все с ней. Ну, она болеет, но не при смерти. Ой, люди что только не наговорят. Порой были времена, мы с мисс Нэш менялись местами в популярности слухов различных. Да. Кто-то даже поговаривал, что мы с ней это... того. Чего? Ну, якобы я и заменила мужчину. Угу. А все началось с того, что мы возле церкви за ограждением просто обнялись по-дружески, как две подружки. Люди разнесли все настолько, что сначала говорили, что мы с ней целовались прямо у церкви, а потом кто-то начал поговаривать, что не только целовались. В общем, угу. Но это я уже привыкла к этим слухам, чего только не говорили о ней и обо мне. Так что, если услышишь... Да, пока да. Да. Вот. Поэтому верить слухам такое себе. Кстати, возможно, даже... Да-да-да. Возможно, даже наш банкир и уехал, потому что его задолбали слухами разными. Его постоянно дразнили за его лысину. Что у него не было волос, и голова была лысым. Он же вам шляпу не носил. Он носил шляпу. Но у нас были даже такие дурачки, которые любили ему сбить шляпу, столкнуть его. Обзывали его чем только можно и поговаривали о нем всякие отвратительные вещи. Мистер Пи был типичным банкиром, который просто... Чтобы он зен заломал. Ты знаешь, он заламывал. Но если с ним хорошо поговорить и, так сказать, услуга за услугу, он нормально шел на контакт. Ну и он выборочно с людьми, возможно, вел не то чтобы дела, отношения разные у него было. Мне он списал приличную сумму с кредита. Когда здесь я только приехала, мне пришлось взять кредит. И кредит на $200, а мне процент сделали в $50. Я переплачивала $50. И без разницы, когда я его бы отдала. Вот. А он мне предложил, он приехал, занял этот банк, пересмотрел все кредиты и предложил мне, что он спишет мне долг, если я ему подешевле продам лошадь. Ему очень понравилась венгерская,
насколько я помню, венгерская стоила, по-моему, $70. Ну, я ему продала ее за 60. Он, конечно, не знал стоимость этой лошади. И, как я поняла, он рассчитывал, что я ему около $30 скину. Но я ему скинула всего лишь 10. Обхитрила банкира. Поэтому мой процент был, считай, в $10 я заплатила за кредит. Вот так вот. Усоден $10? Угу. Так может он уехал, потому что разорился? Кстати, ну, ты знаешь, разное было. У него, в принципе, хорошие были услуги. Но один был паренек, у него взял кредит на $40 и через 2 дня умер. А как раз-таки Хьюз, он взял повозку в кредит. Там он черт знает сколько переплачивает за нее. Около $100. Но первую неделю Хьюз, насколько я знаю, он выплатил нормально. Ну, то есть он поделил, по-моему, на 6 недель, что ли, он взял. В общем, он неделю первую покрыл долг, а на следующей неделе мистер Пи просто уехал. Ну, может, повезло. Хьюзу, да, а мистер Пи, он дал кредит такой большой и уехал. Поэтому, мне кажется... Может, успел что-то выплатить? Возможно, просто мне кажется, что это все-таки... Его тут задергали всякой клеветой. Потому что он прям всю популярность на себя забрал, когда начали о нем поговаривать, он все внимание на себя забрал. И мы перестали быть главными шлюхами Роудса. Я и Нэш. Вот так вот. Где твоя семья? В Нью-Остине. В Нью-Остине? Почему оставил семью? С братом повздорил. Всего-то. Надеюсь, ты поддерживаешь с ними отношения там какие-то? Не особо. Понятно. Может, расскажешь что-нибудь? Например? Не знаю, может, о себе что-нибудь расскажешь? Хотелось бы тебя получше узнать, все-таки как-никак спишь в моем доме. Ну, у нас было ранчо. Угу. Небольшое. Отец после войны купил. Вот что этот стул такой шатается. Ну, в общем, дела шли, то и хорошо, то плохо. Ну, справлялись с целом. Иконокрады были, всякое там было. Ну, а когда отец умер, братец взялся за дело. Да ладно. Да так хорошо взялся, что за 4 года просрал все, что только можно. Долги набрал, землю заложил. Мы пытались это дело разрулить, но так и не вышло. Ну, потому я двинул дальше. От Нью-Остина сначала. Через этот... Как его? Там, где Блэквотер. Угу.
Точно, Вест-Элизабет. Ну и так, дальше, пока на Эмеральде не оказался. Там вроде нормально было. Работал себе и все такое. Ну а потом те двое. Ну вот и все. Понятно. Печально. Да, мне в этом плане повезло. У меня семья была достаточно дружная. У меня два брата где-то. Не знаю, где они. Мама и папа уже умерли. Они коровами занимались. Вот и... Когда родители умерли, мы разделили все имущество, и так получилось, что мне достались 4 коровы и бык. Все наследство от родителей. Но, в общем, правда, я уже тогда замужем была, и у нас было свое ранчо. Больше, чем здесь, конечно. Нет, Дэн не женат. Но, тем не менее, мой муж разводил лошадей. Всегда мечтал разводить каких-то прям, типа, дорогих лошадей, понял? Вот, и купил фокстроттеров. Вот у нас есть эти фокстроттеры. Белая дымка и такой, как у Хадсона, жеребец. Вот они первые из этой породы. Вот, и ну, разводили, все хорошо шло. А потом произошла ситуация с индейцами, которым мы пытались помочь. Ну и мужа убили военные. Как убили? Ну, не думаю, что это было специально, но как бы они даже и не извинились. Так что, да. Ну и я потом целый год пыталась там прожить. Ой, но тяжело это все шло. Да и люди в ближайших городах косо смотрели на меня, потому что, ой, как это... Семья Флетчер пригрела у себя индейцев. А муж у меня добряк был. Помогал всем всегда. Вот и, пожалуйста. Продала дом. Взяла 4 лошадей. 4 коров с быками. Наняла перевозчиков. И половину суммы ушло на то, чтобы это все перевезти. И купила вот эту ферму. Она, конечно, не такая большая, как у нас была. Ну, неплохо. Спасибо, конечно, мужу, что он мне научил разводить лошадей. Так я не знаю, что бы я делала. Ну, так а сами что? В смысле? Ну, если муж любил лошадей, а вы чего? Ну, ты знаешь, у меня как-то вместе с ним это зародилось. Он... настолько как-то был в этом деле погружен, что, ну, не сказать, что он не уделял мне внимания. Он это все разделял со мной, показывал, любовался. Но мне также пригрело эту душу. Кофе хотите? Давай, да. Как будто мне вырыл, предложили кофе. Да, мне нравится лошадьми заниматься. Как-никак я уже 7 лет этим занимаюсь.
Просто до этого я не знала, чем я буду заниматься. Я думала, что я буду обычная жена какого-нибудь фермера или кого-нибудь, без разницы. Буду готовить супы дома и нянчить детишек. Обычно мужчины не любят посвящать в свои дела женщин. Не женское это дело. Ты заводишь курятник, чтобы иметь яйца и куриное мясо. Я завожу курей, чтобы пьяной там спать. Мы на разных уровнях. Марбура Голдбрида. В общем, если бы не лошади, я бы не знаю, чем я зарабатывала на жизнь сейчас. Мне бы и правда пришлось надеяться на то, что меня возьмет в жены какой-нибудь мужчина, и я буду жить у него дома. Да, жить. Спасибо. А получается наоборот. Ничего личного, просто шутка. У меня рыба есть жареная, хочешь? Да можно. Сейчас я где-то здесь припрятала. Да уже светает. В общем, ты будешь ехать смотреть конюшню? Не, вдоль ручья проедусь, посмотрю, что там за лагерь был. Мне есть съездить с тобой? Да не надо. Бинокль есть? Ну да. Будь тогда аккуратней. Я издалека. Угу. Чё, ребят?
Так, блядь, бутылок у нас нахер не собирались тут. Короче, все, ребята, я буду заканчивать, наверное. Я даже не знаю. Да, буду заканчивать. Все. Спасибо, что были со мной. Всем большое. Нормально так. Вроде бы РПшили. Ничего толком не сделали. Но вроде норм. Ой, никогда спрятала, да? Да. Давай, залетай. Все. Спокойной ночки, ребятки. Всех целую. Всем пока-пока. Не одобрили? Ну, ничего, подожди. Все, давайте.